5 апреля 2024 года. Продолжаю свой видео-дневник. Сегодня Сегодня хочу показать, как получилось. 1 апреля я пришел на этот объект, обкосил со стороны асфальта, со стороны клумбы. Теперь побелили все клумбы. Красиво, как получилось. Травка подрастает, косить буду, когда отцветут тюльпаны. Тюльпаны, нарциссы только-только расцветают. Сегодня приборку буду делать. Вчера наготовил кучки. Да, трава с пылью, которая вот здесь скопилась за зиму. Будем считать, что объект закончен. Здесь зимой посадили сосны. Те, это ели. Ели посадили. Здесь еще какие-то клены. Сейчас утро, как раз солнце яркое, бордюры обильные блестят. Вот это сейчас уберу, и будет законченный объект. Приятно и красиво. Всю скошенную траву и землю, что здесь в кучках было, здесь убрали, здесь убрали, вот здесь до конца. Все красиво, воскресенье будет праздник большой. Значит, будем встречать праздник.